Следующий вопрос. Если человек не взял гусль на джума и пришел на джума, является ли его джума действительной, или то, что он не взял гусль, вредит действительности джума? Вот такой вопрос. Говорит Хакал Хаттаби ва гайруху. Передал имам Аль-Хаттаби. Кто такой имам Аль-Хаттаби? Автор Маалим Ас-Сунан, так? Ва гайруху, а также другие. Аль-Иджма, единогласное мнение. Аля анна аль-гусля лейса шартан фи сиххати ас-сала. То, что взятие гусля не является условием действительности намаза пятницы, пятничного намаза. Ва анна тасих бидунихи. И также передал Иджма на то, что пятничный намаз является действительным, даже если человек не возьмет на него гусль. Понятно или нет? Но если гусль не возьмет, что ему будет? Грех будет. Если он способен взять и не взял, ему за это будет грех. А если все-таки он не взял и пришел на джума, то его джума будет все равно действительной. Ясно или нет?